Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Не так давно я вас ознакомила с этой диетой бессолевой, лечебной, которую я называю диету огородника, потому что там почти все компоненты – это наши овощи и фрукты. Но вы, наверное, заметили, что там большой перерыв. Например, вечером мы, когда поужинали, там во сколько, в 6 или 7 утром мы всего лишь выпиваем кофе или чай, и потом до часа, до 12, до обеда у нас нет никакого приема пищи. Не все люди могут такой режим выдержать, хотя многие в таком режиме, конечно, годами живут. Вот у меня, например, муж, он утром кофе пьет, уезжает на работу, и все, он до обеда, до часа или до двух нигде вообще ничего не ест, потому что нет возможности, он за рулем водитель. И многие так живут. Но если вы находитесь дома, вам будет сложно выдержать, потому что вы, например, что-то готовить будете детям, тут запахи, все, и дома это доступность продуктов. Можно сорваться и съесть что-нибудь неполезное или которое нарушит нашу диету. Ну, какой выход? Ну, конечно, выход – это перекус. Что можно использовать в качестве перекуса? Все знают, что классический перекус, конечно, это яблоко. Яблоко это не только потому, что это вот так просто и быстро. Недаром он всегда во все времена везде пишут, что если хотите кушать, возьмите яблочко, съешьте. Яблоко рекомендуют даже врачи при сердечных заболеваниях. Это очень полезно. Хорошо, если яблоки свои. Если яблок своих нет, сейчас в магазинах очень много яблок свежего урожая. Выбирайте яблоки, которые выращены в нашей стране. Как можно выбрать? Чем дешевле яблоки, тем они полезнее и тем они как ближе к нам. Потому что весь импорт, он дорогой. Вот сейчас у нас есть кубанские яблоки, молдавские яблоки, какой-то яблок-ранет привезли. Вот прям не очень такие, ну и они не презентабельного вида, не очень красивые, по 60 рублей, по-моему, даже. Я их взяла, они кисловатые, но они самые хорошие, вот эти дешевые наши российские яблоки, они самые хорошие, потому что у наших вот этих производителей сильно нет столько средств, как у импортных. Они меньше их обрабатывают, меньше покрывают вот этими всякими восковыми. Если вы увидите такое очень блестящее, очень красивое яблоко, и вот такое немножко скользкое, ну как гладкое на ощупь, на вид, не берите. Вот это парафиновое напыление, оно очень вредное для организма. Берем наши яблоки. Кубанские, молдавские, всякие разные. Они очень, ну, такие, самые наисвежайшие, потому что их меньше всего несли. Все, вас не буду сильно задерживать. Утром после кофе или после чая, если до обеда не можете выдержать, захотели покушать, всегда держите под рукой 2-3 яблока. Можно одно яблоко съесть, через 2 часа еще одно. Даже если у вас будет ежедневно вот это вот яблоко одно между утром и обедом, это принесет только пользу и вашему всему организму, и вашему сердцу. Вы только оздоровитесь. Все, до свидания.